CarQ Pro 60 – емкий джамп-стартер с функцией питания автомобильных аксессуаров. Комплект поставки включает сам джамп-стартер, сумку для хранения и транспортировки, силовой провод с клеммами для подключения к автомобильному аккумулятору, сетевой блок питания, комплект USB кабелей и переходник на розетку прикуривателя. Корпус устройства пластиковый с яркими красными элементами. Внешний размер 23 на 10 на 4 сантиметра, вес чуть больше 800 граммов. Компоновка привычная. На верхней панели расположены 4 светодиодных индикатора оставшейся емкости и кнопка включения. Рядом на торце порты USB для зарядки гаджетов, включая современный порт Type-C, который работает как на вход, так и на выход. Также есть светодиодный фонарик. На одном боку выход 15 вольт 10 ампер, на другой силовой выход 12 вольт для запуска автомобиля. Данная модель имеет стартовый ток 600 ампер, а пиковый 1500 ампер, что позволяет запускать автомобили с напряжением бортовой сети 12 вольт и бензиновым двигателем объемом до 8 литров или дизельным двигателем объемом до 5 литров. Емкость встроенного аккумулятора составляет 25 тысяч мАч. Полной емкости хватит на несколько десятков попыток запуска двигателя, но производитель рекомендует после 3 неудачных попыток подряд дать бустеру отдохнуть во избежание перегрева. Также отметим, что устройство оснащено защитой от перегрузки и короткого замыкания.